Всем здрасте! Другая жизнь приветствует вас. Есть тут лесок недалеко, где мы поднимали очень достаточно неплохие находки. Но мы немножко с другой стороны дороги. И нам интересно, что из этого всего получится. Комарики на воздушном шарике. А что-нибудь обязательно получится. Вот такой офигительный лес. Там только что откопали из одной ямы чайник. Не там, а вот там. Ну, вот там. Чайник, лампочку и ложку. Следующий сигнал. Давайте будем снимать. А? Корешки. Не, Игорь, это мне не по силу. Ну тогда ты и снимай. Или я буду... Подожди, где? Ну вот они. Опа! Это короткая... Это как называется-то? Челлендж. Ой, не челлендж. Баттл. Между короткой лопатой и длинной. Искать серый. Рекомендую. Нифига. Ладно, сейчас включусь. Сигнал оказался монеткой. Ну вот мы с собой не взяли. Сейчас главное понять, какого года примерно эта монета, чтобы понимать, когда этот накат, как бы, ну, визуально дорога была. Еще так светло же. Ну да, время как бы вечер, поздний. Я не могу ее оттереть. Ну хрен с ним. Будем дом смотреть. Значит, улетает в Хабаровск. Забираем. Снимаем следующий сигнал, который мы нашли. Это у нас тема такая. Между прочим, первый раз в жизни мы пошли немного тепленькие. За много-много лет, как бы, ну, вот сколько мы копаем, первый раз. Ну, что-то ощущение не очень, я скажу. Фу, ужасно. Ну да. Комарьё. Что это такое? Чешуя. Чешуя? Вот это вообще фантастика. Это в принципе фантастика. Ну почему? Как так-то? Пугирку-то поднимал на той стороне. Охренеть! Ребята! Сейчас посмотрим, чьё. Дай вам грозницу. Нет. Нет? Грозный точно. Марио зажрал. Михаил Федорович. Михаил Федорович. Князь наш любимый. Как тебя поехал вниз. Коняшка прекрасная. Да? Мос. Да. Вот тебе так-то. Друзья, над головой дождь. Вечер уже практически стемнело. Сверху была чешуя. Ой. Она была вот здесь. Ну где-то. А, вот, а чешуйка. И вот еще один цветной. Давайте наверх смотреть. Что же это может быть? Комочки. Угу. Комочки — это вообще любимая тема. Ой, уронила. А что, уронила? Чешуя. Чешуя. Еще одна. Как так-то? Так стертая прям. Чешуйка, да. Ребята, вторая чешуйка. Вот ни хрена себе, пошли погулять. Не, в этом году не было чешуи вообще. Ну, пора начинать. Оп. Фу,
домик. Продолжаем разговор. Очень похоже, что как бы чешуйный сигнал тоже. Похоже. Только на трак. Был. Возможно, что я его выкопал. Да, его раскидаю. Смотри. Вот он. Угу. Смотрим. Ребят, дорога меньше 100 метров. Что тут? Пишите комментарии, что тут? Угадаем. Повезет нам или нет? Черт. Вот оно. Где тут? Что там? Чешуя? Да ладно. Тоже лысый. Ну, не особо. Ну, а, не лысый. Ребята! Михаил Федорович. Так, это третья. Царь наш прекрасный. Что тут есть? Третья. 2 квадратных метра. Вот. Вот первая, вот третья. Раз. Два. Три. Мы сейчас пока яму не закапываем, потому что, чтобы ориентироваться. Мы одну только закапываем. Да. Держи, убирай. Ладно, продолжаем снимать. Ребята, прикольно. Блин. Вообще прикольно. Это радует. Люба говорит, походу ты, говорит, не одну там выкопал. Ищем дальше. Твою-то мать, в такой заросляге что-то найти? Как так-то? Лучший пин вайтс. Да-да-да, иногда он заводится. Чё? Оно! Блиха, что там? Что тут точнее? Маленькая. Полушка, что ли? Не знаю пока, она прикольная какая-то. Птичка, небось. Ну, ты не вижу ее. Дай посмотри. Подожди, я же на камеру снимаю. Ой, ты ее поймал. Походу птичка. Дай я сейчас посмотрю, скажу. Нет, лошадка зализанная. Зализанная, просто маленькая. Продолжаем продолжать. Лайки мы заслужили. Мы могем. Или могим. Вон там цель. Где-то здесь. Чешую сложно копать. Она. Да еще в траве. Да, ее она цепляется сложно и все остальное. Даже пин ее не всегда хорошо видит. Переверни кучу. Ребята, лайкос. Да блин, в каком он? Да тут где-то. Ну выгреби ее всю эту ямку. Блин, да где ты? Дай. Где-то здесь. Ты, я не люблю, когда ты так делаешь. Зато потом проще найти. Да, вообще нету сигнала. Ну, он тут.
Суслика, говорит, видишь? Нет. А он есть. Игорь, никогда так не отгребай, блин. Ой, ну не хочешь, не надо. Там. Паутинки, блин. Давайте в комочки. Комочки? Да. Комочки — это вообще атас. Любимая моя тема. Разваливай мне на руку. Видите, как очень плохо даже пином. Вон она, родимая. Достали. И проебали. Потеряли. Достали и потеряли. Чего? Крутень. Так, с этой стороны коняшка. А с этой стороны... Да фиг знает. Поход тоже, Михаил Федорович. Так. Ну как тогда, в прошлом году. Лайкосик, кошель, ребята! Кошель грозный. Палец теперь... грязный, ну клёво! Из клёвого леса. Я бы такая, говорит, ты хрена выключил? Говорит, у меня еще один сигнал. Продолжаем продолжать. Чешую мы собирать. Вот это да. Вот это прикол. Слушайте, машина ездит. Метров 100 до дороги, наверное. Может, даже меньше. Слушай, я тут. Здесь уже... Это не втоптано. Это... Здесь надо копнуть. Давай копнем. Я там уже землю ковырю. Мы пока ничего не закопывали. Кстати, ребята, чуть-чуть ямки... только. Прям сверху сними, вот сюда перемени. У нас сама тата. Я пока снимаю. Ребят, яму закапывайте, потому что действительно это тема. Должна быть вежливость, уважение и всего остального. И к жителям леса, и к жителю, в принципе, планет. Выключил. Они маленькие, их сложно зацепить. Это еще земля такая черная. Не-не, глубже. Слушай, ну глубже уже. Ну, он... давай поглубже копнем. Вот здесь вот. Сейчас я сниму сначала дерн. Немножко. Вот ты его. Ты ругался, но я глубоко не буду. Где-то тут. Вот вам онлайн, живой онлайн. По чешуе. Оно? Оно. Грязные руки. Маникюр копаря. Копорницы. Копорихи. Копорихи. Да, Михаил Федорович. Так, пока перерываюсь, мы сейчас перекурим. В рот. Честно. Спятил, что ли? Лучше достой, нету. Чешуйницу. Они у меня здесь все завалятся. В рот. Я не вру. Восьмая чешуйка. Мы в шоке. Подержи, пожалуйста, мою курительную палочку. Вот так усенькая. Маленькая, но прикольная. Восьмая. Блин, здесь 2 на 2 квадратных метров. В общем, да.
Блин, сложно, сейчас снимать уже темно, уже даже камера моя не выцепляет. Продолжаем. Что же здесь есть такое? Трава, трава. Российская мурава. Веник прекрасно работает. Где-то тут. Смотрим, ребят. Есть. Есть малютка. Вот она, хорошенькая наша. Даже не знаем, что мы пока копаем, потому что темно, камера, конечно, выхватывает, у нее свет пока хватает. Что это такое-то? Вообще не понимаю. Чего? Ладно, потом разбираться будем. Покажи нам свое счастливое лицо. Ну тут уж точно кашель, ребят. 8-9 пошла. В отсыпке. Или 10. И тут еще звенит. Сейчас найдем. Нахожу. Ой, интересно вам такое художество смотреть. Какое? Где оно? Где-то тут, в комке был. Сейчас. Подожди, давай. Слышите? Ну это уж я, у меня на голове эти висят. Есть? На себя где-то, да. Где-то там. Обалдеть. В комочке. Комочки — это наша любимая тема. Тут? Тут. Аба! Ай-яй-яй-яй-яй! Какая она хорошая! Ух, какая красивая! Ребят, время 9 час вечера. Нифига в лесу не видно. Сейчас. Только слышно. Только слышно. Вот он, красавчик. Ну, я думаю, они все одного периода. Ну, конечно, это же один кошель. Кошель. Вот сейчас. Так. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять. Сигнал есть. Мы тут веселимся как дети. В общем, выглядит это примерно вот так. С комаром, да, совсем. Вот. Вот, результатик-то пока. С комарями, с деревами, со всеми делами. Обалдеть. Ребят, всегда есть шанс, что это кладуха. Эмоции тут немыслимо. Верхние чешуйки были сверху, у первой. Все остальное было ниже. И дальше, и дальше, и дальше закапываемся. Вот где-то там. Ой, давайте вместе смотреть. Где-то здесь. Вот где-то тут. Вот рядом. Что там? Вот она. Ага, больше доставай. Нет, этот браслет, скорее всего, у меня он металлический. Задвинем его. Гроза наверху. Гроза. Мы под грозой ходим. Ребята, лайки. Это вообще бомба, а не видос. Дай. Не, вряд ли. Браслет у меня очень громко звенит. Поэтому я никогда свой не одеваю. А я одеваю, потому что он мне приносит удачу. Потому что он все не снимается. И не снимается тоже. Ладно. Уже темень, ничего не видно. Вот такие вот раскопочки бывают. Ребят, продолжаем. Но уже совсем стемнело.
Скорее всего, у нас еще с утра завтра будет немножко времени. И мы сюда, конечно же, вернемся. Точки мы понаставили навигаторами. Настроили. Что там? Скорее всего, оно по-другому быть и не может. Оно же, да? Чешуенька наша. Оно же Мария Пунья. Ага. Собираем. Это я уже просто рукой копаю. Ну да. Подкопать здесь я не могу. Ой. Подкопать рукой. Давай сейчас. Вот так вот прям граблями своими лезем. Вот так вот. Вот так аккуратно. Дальше. Нет? Не люблю, когда ты так делаешь. Все. А тут? Пин перезагрузи. Ну, там. Была. Как ты это делаешь? Раз и нету. Веник рулит. Ты все время все закапываешь. Из того, чтобы откапывать. Как? Куда ты ее? Ладно, что? Сейчас найдем, покажем. Друзья, следующий день. Вернулись мы на это место. Естественно, ямы вчера не закапывали, чтобы их найти. Но мы нашли, мы точки ставили. В ямках больше пока ничего нет, сейчас будем убираться. Зато пошли черные сигналы. Какой-то, как будто бы нож ржавый, кованый. Реально дорога. Какая-то петелька, да, взяли навигатор с собой. Там Минде у тебя, да? Минде Владимирки. Минде Владимирки. И там дорога. Я говорю, неспроста тут все это валялось. 15 чешуек вчера получилось в итоге, я не помню, говорил, не говорил. Но нам сейчас опять зачет прилетел. Воды у нас, конечно, нормальной нету. Мы его сейчас оттерли, как могли. Сейчас покажу. Опа. По крайней мере, с одной стороны. А с другой стороны, цветы, хуже получилось. Да, пока отмыть. Непонятно. Скорее всего, здесь когда-то было ушко, но оно непонятно где. А здесь Иисус распятие. Точно старый крест, знаете, какой толщины. Ну, ребята, его. Миллиметр 4. Давно у нас таких выходов не было. Кошель чешуи, крестище. Сохран, конечно, не очень, но надо его чистить, но это все равно, как бы, ну, это прям реликвия. Обалдеть. Сейчас. Шикарно. В домик. Оп. Вот ради только такой находки одной можно ползать целый день. Здесь шла дорога, вот на которой вот там мы чешую нашли. Она вот так шла, да, а вот так вот шла граница на дело. Все равно здесь что-то выскакивает. Мало, но выскакивает. И еще, походу, интересная находочка в этом чудесном лесу. Ой, блин. Что ж такое-то? Целое. Да, потрясало. Целое. Охренительно. Да. Целое. Здорово. Ты сверху. Интересные места здесь. Так церковь, вот церковная земля недалеко. Здесь недалеко церковная земля, но это гораздо скорее находится. Интересно. Проходим. Так, у нас опять зачетик. Пуга-гирька. Воды нет. По звуку и по цифрам на ятраке это серебро. Я думаю, что это и есть серебро. Смотрите.
Таких еще тоже не находили. Красивые очень. Вот, прям видно. Да, да, вон узоры. Ой, обалденно. Ну да выход. Ай да выход, ай да вход. А это день рождения. На тещи. Тёщи, надо любить и уважать. Принимать небольших дозах. Они, наверное, с земляным дедом там добазарились о чем-то вчера. Ладно, здесь сейчас чуть-чуть походим, нам то, что ехать уже надо. Это интересная полянка такая. Объясню, еще пока не закапывал. Присыпать ямоньку. Здесь пуга была. Вот здесь. Вот здесь сейчас нашли. Очень напоминает это волковой. Я могу, конечно, ошибаться. Кто разбирается, напишите. Это черный сигнал. Ну, как пуга такая, она крупная. И дальше кресало. Может быть, охотники тогда стояли. Ну, стан у них был, банально. Что здесь еще могло быть? Надо наконечники искать. Сейчас черные все смотрим, сигнал ищем. Но здесь немного. Опять, получается, по старине копаем. Хотя направление-то было у нас на чешуйные времена. Тут что-то совсем старое. Ну все, закончены выходные. Нагулялись. Тут даже отчетики имеет смысл снять. Что понаходили, сейчас покажу. Прикольно. Вчера пару часов, сегодня пару часов. Все в зачет. Крестяра. Кстати, он не обломанный. Вон да, его дырочка-то, вот она. Хорошо, да. Видно. Под шнурок-то. Пятнашка. 15 чешуек. Одна из которых ПС, какая-то странная. То ли Грозный, то ли Годунов. Где-то тут она. Вон она. Вот она, да. Вон она. Ладно, будем изучать. Волкобой, пуговку-то отмыли офигительно. Она серебряная. Звенит, во всяком случае, серебром. Ну, кресало. Я думаю, что лайки мы заслужили. Делитесь видосами. Сейчас. Делитесь видосами, гуляйте с нами, дышите воздухом, не болейте. Всем здоровья, пока.